В сочинском дендрарии более 20 сортов сакуры. Обычно она начинает цвести в начале апреля. Раннее цветение началось в период февральских окон. Погода была необычно теплая и сухая. Температура воздуха днем достигала 25 градусов. У нас в коллекции собрано больше 22 сортов. Сейчас началась первая волна цветения. Но у нас больше 10 тех, которые цветут в первую волну цветения, а так больше 50 растений. Мы постоянно пополняем коллекцию. В этом году мы заложили новую аллею сакур. Поэтому мы стараемся, чтобы это было красиво, это было приятно и привлекательно. Обильное цветение сакуры, по словам специалистов, продлится еще 10 дней. В этом году совпали сроки цветения многих растений. Жители и гости курорта могут полюбоваться камелиями, листопадными магнолиями, карилепсисами, форзицией и другими деревьями и кустарниками.